Знаете ли вы, что за праздник отмечают в России 4 ноября? 4 ноября? День России, нет? День народного единства. Не помню. День народного единства и Казанской иконы Божьей Матери. Нет. День Казанской Божьей Матери и единства народов. Нет, честно говоря. День народного единства. 7-го я знаю, но 4-го точно не знаю. Да, знаю. День народного единства. Знаете ли вы историю этого праздника? Нет, не помню. А знаете ли вы, в честь какого события учредили этот праздник? Ну, если память меня не изменяет, то Минин и Пожарский были причастны к этому празднику. Они освободили, по-моему, от турков, да, России? Конечно, освобождение Москвы от поляков и вообще конец интервенции польской. А знаете ли вы историю этого праздника? День народного единства или Казанской Божьей Матери? День народного единства. Ой, честно, не знаю, больше знаю про 7 ноября. Красный день календаря. Посмотри в мое окно. Видишь, на улице светло. Историю не знаю. Ну, насколько я помню, это когда Москву освобождали от польских оккупантов. Какие эмоции у вас вызывает День народного единства? Да как любой праздник положительный. Это праздник вызывает, ну, как бы день дружбы, день единства народов. Эмоции превосходные. Да, у меня любой праздник в России вызывает эмоции, в том числе и День народного единства. А какие именно? Эмоции? Только положительные. У меня отпуск всегда в этот день, и мы приехали к вам на Кавказ на экскурсии. Положительный, да? Конечно, только положительный. У меня лично какие эмоции? О том, что все люди должны быть вместе, провести время с семьей. У меня вот такие. Ну, только хорошие. Какое значение, по-вашему, имеет День народного единства для России? Это день, когда мы вспоминаем о том, что это большая страна, и все едины, несмотря на различия менталитетов, каких-то территориальные особенности. Вроде как в этот день мы вспоминаем, что мы одна страна. Я считаю, огромное, потому что в единении есть сила. Это праздник объединяющий, это праздник, который празднуют все вне зависимости от вероисповедания, от национальности, от пола, от не знаю, там, степени родства. Это праздник, который объединяет каждого человека, он напрашивался. Он действительно, мы его ждали. И очень хорошо, что президент нашей страны принял тогда это решение. И жизнь показала, что он прижился. Люди знают о нем, люди понимают его суть. Это объединяющий праздник. Ну, сплочение, дружба. Мы же единый народ, россияне. Для России, ну, символ того, что мы все должны быть вместе. У нас большая многонациональная страна. Ну, это значимый, важный праздник. Для России и для Осетии.